также любят предвозлежание на пиршествах, и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.